Всем привет, друзья! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня с вами пойдем в магазин Сток. Это у нас магазин Абсолют. Он называется такой же, как и Светофор. Тоже магазин-склад. Здесь очень много всего полезного, интересного. Ну и сейчас по наполненности здесь намного, конечно, больше товаров и продуктов, чем в Светофоре. Буду показывать, наверное, самые выгодные по ценам. Посмотрим вообще, что здесь за цены на данный момент. Цены, скажу сразу, подскочили везде. И здесь тоже это ощутимо, но все равно выгодно скупиться здесь точно можно. Как-то я вам показывала уже в роликах продукты из этого магазина, вы просили показать посуду. Здесь очень красивая посуда и по очень низким ценам. В общем, пока сейчас буду идти вот по бытовой химии какой-то, уходовой косметике, покажу что. Ну, может быть, или в этой серии, или в следующей, тогда, конечно, покажу вам посуду. В общем, желаю вам приятного просмотра. Это город Курск, улица Косухина, 51, стройгигант. Давайте смотреть вместе новинки. Здесь у нас гель для душа, 750 мл по 80 рублей. Тимоти, конечно, по 150. По-моему, это не очень бюджетно. Rexona Men, гель для душа 99, 200 мл. Вот такой вот гель для душа с тимьяном и клевером. Увлажнение и бархатистость кожи. 500 мл, 89 рублей. Для деток очень много разных таких косметических, скажем так, средств. По 99 шампунь-бальзам. Гель для душа, смотрите, какой. Неизвестная, конечно, ну, по крайней мере, мне. Торговая марка по 83 рубля 450 мл. Чистящее средство, кислота соляная написано, 1500 мл по 90 рублей. Напишите, кто такой пользовался. Здесь вот есть у нас область применения для промывки газовых колонок. Растворяет накипь, удаляет известковые и ржавые засоры. Ну понятно, что кислота, да? Чистящее средство здесь у нас для окон по 150 рублей. Клин, торговая марка. Так, идем с вами дальше. Здесь у нас 5 литров. Это что, для универсальное моющее средство? Вот сколько стоит? Вопрос. Что касается, посмотрим сейчас с вами, порошков. Здесь они очень дорогие у нас в этом магазине. Не знаю, с чем связано. Вот смотрите, Тайд 2,4 килограмма 500 рублей. Рядышком у нас Зифа автомат по 229. А тут Ариэль по 499, 2,4 килограмма. Бимакс 429. В общем, как-то не бюджетно. А здесь 400 рублей 3-килограммовый. Тоже Бимакс. Разные тряпочки для посуды, губки. Много здесь очень всего. Мочалка для посуды вот такая, 24 рубля. Салфетка из микрофибры 50 на 60. А это не от него ценник. Здесь 30 на 30 сантиметров. Сколько такой наборчик стоит, тогда не знаю. Железные по 22 такие стандартные. Меламиновые вот эти губочки по 20 рублей. Ну и вот разные салфетки. Салфетка по 76, 30 на 30 наверху. Вот. И еще знаете, что здесь есть? Вот такие вот солнцезащитные, как они, шторки называются, наверное, да? Шторы, да. Ну, видите, что здесь кто-то уже открыл. По 39 рублей, 1,2 метра на 1 метр. Две их в упаковке. Ну, я знаю, что многие спасаются такими сейчас шторками, жара стоит хорошая. Еще здесь хорошие губки. Они не очень маленькие, не очень большие, такие средние. В Светофоре они, даже вот поролон сам его поменьше. А здесь 10 штук стоит 29 рублей. Если смотреть побольше, 5 штук по 29 рублей также. Далее у нас тут губки банные по 31 рублю. Ну и, в общем-то, разные салфетки. Салфетка для пола большая, 43. Ведра. Здесь есть ведра как пищевые, так и из обычного хозяйственного, скажем так, пластика. По 95 рублей. Какие красивые, интересные. Маленькая 95. Если большое смотреть, то 10 литров 154 рубля.
Смотрите, какие большие кашпо здесь появились в продаже. 2295. Но оно прям огромное. Красиво очень смотрится. А еще вот в белом цвете горшок цветочный. 1389 стоит такой. Тоже здесь, видите, вкладыш. То есть сам горшок, он не будет слишком огромным. И само кашпо как бы... Ну, для красоты на полу будет смотреться хорошо. Как по цене, не знаю, бюджетно это или нет. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Рядышком здесь у нас корзинка в стиле лофт. Смотрите, два колесика сзади. То есть удобно будет приподнять и подвести к себе. Контейнер хозяйственный на колесиках. Широкий. Цвет есть только такой голубенький. А цены, к сожалению, нет. Тут корзиночка у нас тоже красивая. Но это уже просто корзинка с крышкой. 139 рублей. Так, на 5,3 литра она. Идем с вами дальше. Как много здесь всего. Веники по 135 рублей. Рядышком здесь какие-то метелки. Но не вижу, сколько они стоят. Кашпо разные красивые. 140, 120. В общем, знаете, для сада, для огорода, каких-то хозяйственных нужд здесь точно найдется все. Шпагат вижу в продаже. Так, вот он ценник, смотрите. Джутовый сейчас не вижу, только беленький. Перчатки по 27 рублей одна пара. Туалетная бумага дальше, бумажные салфетки. Цены разные, прям в ассортименте это все. Смотрите, какая сушилка. У кого нет места, чтобы, знаете, разложить, которая продается в светофоре, можно купить вот такую. Она раскладывается ввысь, скажем так, стоит 1000 рублей. Сушилка для белья напольная, вертикальная. Вообще отлично просто. Здесь получается сколько полочек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну и на них еще по три тоненьких, скажем так. Ну, в общем, у кого нет места, знаете, отличный вариант. Рядом тут у нас сейчас в продаже доска гладильная по 690 рублей. Эконом называется. 1065 на 290 это размер. Также хочу отметить, что красивые цвета есть. Потемнее, есть поярче. Банки уже в продаже. Думаю, скоро пригодится вам эта информация. По 27 рублей 50 копеек на 1,5 литра. Здесь... закручивается, по-моему, баночка, крышка или нет. Трехлитровые также есть в продаже. 40 рублей. И я еще видела, а вот они стоят 0,5. И литровые тоже видела, но на литровые нету сейчас ценника. По 12 рублей 0,5 баночка. Обычная стеклянная. Как по цене, напишите, пожалуйста, дешево это или нормально. Ну и, конечно, к банкам крышки. Здесь они тоже сейчас есть в продаже. По 229 рублей. В упаковке их 50 штук. Я вижу, что здесь есть еще, которые закручиваются. Кстати, подешевле тоже вариант есть. Вот такой вот. Крышки для консервирования. 50 штук. Стоит 199. И вот здесь вот рядышком прямо крышки, которые закручиваются. Давайте смотреть. 10 штук, 99. Это прям большие они в диаметре. А поменьше... тоже, смотрите, но здесь 20 штук, а ценник тоже 99. Красивые будут вот такие с фруктами. Большой хороший выбор здесь по приправам. По 19 рублей в основном они все. Если смотреть что-то другой марки, то будет, возможно, чуть-чуть подороже. Еще здесь есть продажа. Бытовая техника. Давайте покажу, что именно. Стайлер для волос по 776. Небольшой. Делает симпатичные локоны. Весы напольные 730. Так, красивые они тоже здесь. Стеклянные, конечно. Фен небольшой. Такой дорожный вариант с складной ручкой 435. Блендер, точнее это нет, миксер 819 рублей, утюг 1000, машинка для стрижки волос по 750, 4 насадки расчески,
Так, еще одна машинка. Получается, по одному ценнику они, наверное. Бисы кухонные 719 с чашей. Так, этот утюг тоже 1000. Смотрите, триммер бензиновый 9000. 900 даже. Блендер погружной 984. Вот такой вот обычный, стандартный. Так, фен 1243. Три режима, две скорости, 2000 ватт. Мясорубка 4160, 1550 ватт. Рядышком другая мясорубка, чудесница. Это российское производство, очень хорошее, кстати. Так, здесь у нас тоже триммер бензиновый 7600, пылесос за 4546. И вот здесь вот еще тепловентилятор 1303. Так, еще хочу вам показать, что у нас здесь внизу. Вижу, что мини-печь есть по 8000, электрическая духовка стальная на 40 литров 8000. А здесь у нас весы маленькие, кухонные 719, тоже стеклянные, очень красивые, яркие такие, знаете. Вентилятор 2000 напольный, который вот большой, знаете, стандартный такой. Вот в коробах вижу, что это все лежит. Так, далее чайник электрический 900 рублей. Ну вот стальной, самый обычный. Рядышком вот еще в белом цвете есть он, но тоже стальной, но просто покрашен. Так, далее чайник тут у нас по 900, какой непонятно, хотя сейчас с вами посмотрим. Здесь просто положил кто-то плиту, чайник обычный тоже вот такого плана, для газовой плиты на 2,5 литра, здесь двухкомфорочная плита, но не вижу, сколько стоит. Инфракрасная плитка 2000 ватт, 2550. Ну, в общем, как-то так. Ну что, друзья мои, на сегодня свой обзор буду заканчивать. Тогда в следующем ролике покажу вам уже всю посуду, которая здесь есть. Спасибо большое за ваше внимание, лайки и комментарии. До новых встреч. Всем пока.